Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. У нас сегодня уже 5 мая. 5 или 6? 6. Значит, продолжаю опять же показывать. Хочу показать рост чеснока моего. Ну вот, в состоянии на 5 мая. Междурядье уже мы не видим, уже полностью он закрыл, сплошняком стоит. Да, значит, какой момент один начал, первый раз прорываем в рядке из-за того, что, ну, видите, подгон шел, я показывал в прошлом видео, многолетка повылазила, ну и чтобы она не мешала, не угнетала наш чеснок, рвем его. Ну, работа, скажем так, не очень напряжная. Этой самой многолетки не очень много. Вот тут на меже видно все, я думаю, будет видно. Я пройдусь еще, давайте пару летков пройдусь. Тут еще такой момент, чеснок уже настолько большой, что он просто закрывает междуряди, создает тень. О, как известно, если будет тень, никто в тени не вырастет. Не зря ж под деревьями ничего не растет. Значит, слой соломы. Солома уже практически вся. Ну, я не знаю, она перегнила отчасти, наверное. Ее уже практически не осталось. Тонкий слой соломы остался уже везде, в многих местах. Как бы, ну, видна земля. Да я вот иду, чувствую, что мало соломы уже. Думаю, еще через 2 месяца там ее даже и не останется. Вообще, взагали не будет, скажем так. Поэтому уборки она не повредит и не помешает никаким образом. Уборки чеснока. Наверное, надо было больше ее кинуть. Что я хочу сказать, рост чеснока неплохой. Ага, я его ни разу не поливал, погода в принципе делала свое, весна как-никак, дожди были, чувствую прям себя нормально. Сейчас уже, конечно, можно полить было бы, но обещают дождь через там пару дней, на выходные, понедельник, там вторник, сегодня суббота у нас. Вот, через пару дней возможны осадки. Если дождь пойдет, будет просто супер. Не зря говорят, хоть пару дождей в мою, урожаю будет много. Ну, насчет урожая не будем забегать вперед. Пока-пока все растет, колосится. Все как надо. Вот это еще не прорванный, ну, с бурьяном, скажем так, видите, повылазила гадость. Ну, опять же, ее немного тут, поэтому особо труда не составляет оборвать его. Высота уже листья почти мне по колено. На бы рулетку взять, померить. Сейчас посмотрим, будет видно, не будет. У нас с землей так, земля сухая, ну, жара стоит конкретная, земля высохла. Мульчирование хорошо, но надо понимать, что в любом случае почва высохнет. Ну, пока по его цвету, по его виду, я скажу, он пока все у него нормально, нет никаких проблем, ни в чем не нуждается, скажем так. Увидим, что будет дальше. Насчет полива не знаю. Хотя можно будет сюда затянуть каплю и капли его залить. По большому счету, при желании можно будет сделать. Ну, думаю, обойдемся без этого. Без крайности, скажем так.
Тут у нас вообще... А этот мой часточек пропололи уже неделю назад. Соответственно, видите, он тут повеселее стоит. Тут густовато, конечно. Настраивали сеялку, он получился засуженный слишком густо. Ну, посмотрим, что оно даст. Какой будет чеснок. По большому счету, размеры там тоже особой такой. Разницы в цене огромной не будет, так что пойдет, наверное, не очень крупный. Ну, видите, пока листья полностью закрыли землю, соответственно, шанс прорасти какому-нибудь бурьяну очень минимальный. Ну, так вот, в принципе, состояние на 5 или 6 мая. 6, наверное. Чеснок растет потихоньку. Этот самый. Мульча, солома лежит. Никому не мешает. Все в лучшем виде. Честно, я даже и не думал, что будет. Ну так неплохо будет расти все. Посмотрим. То, что она растет, это одно. А то, что уберется, это будет совсем другое. Поэтому забегать вперед не будем. Посмотрим весной, чем весной, летом, чем это все закончится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пожелайте удачи моему чесноку. Да, конечно, со стороны вообще смотришь, так впечатляет. Сравнить, допустим, мой и вот эту вот фигню. Я уже когда-то сравнивал. Сейчас, если фокус наберу. Ага. Ну вон. У меня, конечно, повеселее. Ну вот как-то так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Кстати, скоро будем проводить еще одну подкормку. Я думаю, не повредит ей чесноку. Сделаем еще одну подкормку. Лишним не будет. Всего хорошего.